Карасики меня уже ждут, как всегда. Уже на поверхности плавают. Вот один притаился за корягой. Здесь под деревом вообще здоровые караси стоят. Вот это я сегодня попал. Всем привет! Сегодня 10 мая, вечер. Выбрался на рыбалку половить карася. Времени не особо много. Уже вечереет. Штиль полный. Сегодня такая жара была днем. Наверное, градусов 35. Я сюда выходил. Ходил карасик поверху, но он не брал. Сейчас к вечеру его нету сверху. О, не пойму, поклевка что ли? Да нет, вроде. Сейчас его сверху нету. Я хочу попробовать на дне половить. Который карась ходил поверху. Я его пытался поймать днем. И на поплапоперы. Не получалось, в общем. Опа. Я говорю, здесь караси хорошие были. Днем вообще не брали. В обед жара была. А вот под вечер, пожалуйста, первая же поклевка. Вот он. Вот он и почти ушел. Здесь такой обрыв. Есть. Есть карась. Я ловлю на два крючка, на опарышей. Один вот так снизу, другой чуть сверху. Я все по-прежнему на одну и ту же удочку ловлю. 50 грамм, 2,5 метра, карбон. И, по-моему, углеродистый кончик из углеродистого какой-то волокна. С водой вообще беда в этом году. Здесь должно быть метр еще выше. Разлива практически нету. Уже несколько знакомых сказали, что селедка пошла, селедку ловит. Даже сазана уже ловит на жмых. Это вообще жесть какая-то. Воды в этом году нету нифига. Опа. Ну это, по-моему, не карась, что-то другое. О, карась, ну маленький карасик. А ходили прям здоровые такие караси. Ну как маленький, тоже приличный. Погода просто супер. Какая-то вон густера брюхом кверху. Что-то с ней стряслось. Вот опять поклевка. Третья. Да ладно. Ух. Сорвался. Но это, я думаю, карась тоже был. Что-то мощное. Вода должна быть. Вот она здесь, в траве. Метр точно. Разливов нету. Вокруг обычно разливы бывают. Разливов нету. Я не знаю, как рыба в этом году отнерестилась. Наверное, в реке икру скинула. Топит. Топит. Что это? Опять карась. Третий карась. Такой худой, вытянутый. После нереста, видать. Одна голова. Карасик-то. Он камеру поставил поклевки снимать, но что-то рискованно. Тут вот чисто на траве держится. Там уже такая глубина идет. Вот. Давай, давай, давай. Опа. Ух, какой. Что такое? О, хороший карась. Здоровый. Здоровый карась. Прям такой. Ох. Без подсака работаю. Во какие караси. Чисто на опарыша ловится. Думаю, под вечер попробую. И не зря.
Я что говорю, заметил, то, что карась не ходит сверху, значит, он на дно сейчас ушел. Именно к вечеру, когда чуть попрохладнее стало, тут же поклевочка. Не, ну такой рыбалки на карася еще не было. Прям поклевка за поклевкой и чисто один карась идет. Как бы не сглазить. Приблизим. Притопил, хотел снять поклевочку. Пока камеру настраивал. Вот он. А, это не карась, это густера. Крупная, хорошая. Пойдет. Вот это радует. Рыбка-то вон какая приличная. В жару лучше либо с утра, либо вечером. Днем плоховато. Сразу поклевка. Поклевочка. Вот он. Кто это? Карась хорошенький. Кругленький карасик. Какой круглый. Вот это карась. Один длинный был, худой, а этот круглый. Вообще красавчик, квадратный какой-то. Что-то я такого клёва не ожидал, если честно. Ну, карася, я говорю, днем это просто навалом было. И не берет. На что я только не пробовал ловить. И весь сверху стоит. Тут же поклевка. Ну, что-то как-то он здесь не топит сразу. Вот, притопил. Ох. Вот он. Два карася. Сверху маленький, сверху, снизу побольше. Вот они. Два карася. Ну, этого маленького, ладно уж, отпустим. Куда его? А этот такой. Вполне. Карасик, уходи, пожалуйста. Давай. Ушел. Тут корягу надо убрать. Отсюда. В сторону повел. Ох, хорошенький. О, какой. На самый нижний крючок, который ниже грузика. Я камеру настраивал, ставил. Оставил удочку, причем близко. Вот это клев. Можно рыбалку онлайн снимать. Повел. Не, ну это... Это не бешеный клев. Это какой-то жор просто. Это жор карася. Ушел. Ничего страшного. Сейчас еще поймаем. Тут же поклевка идет.
Опа, нифига себе. Сазанчик, что ли, какой-то бойкий. Нет, карась, хороший карась. Я не знаю, это что-то. Вот это клев. Да караси какие нормальные прям. Может, будет сегодня вообще какой-нибудь зачетный рекордсмен. Один карась зацепился он в садке. Утопил поплавок тут же, только опустил. Какие они здесь бойкие. Что-то я не понял, я за плавник... А, нет. Есть карасик. Машина едет сзади. Солнце уже село. Интересно, будут поклевки, нет? Вот топит. Я всегда жду, когда вот ведет, либо полностью поплавок уйдет, скроется, вот как сейчас, под воду. Нет, карасик есть. И после захода солнца. Вот он. Не понял. Хотел просто проверить, уже сидит, оказывается. Хотел поплавок чуть ниже опустить. Да ну, что-то вообще какой-то клев. Слишком уж мощный. Карась решил меня сегодня порадовать. Паводок огорчает. Воды нету. А карася полно. Я хотел чуть поплавок опустить. Чуть ближе сюда ловить, к берегу, посмотреть, что будет. Интересно же. Опа. Да ты шо? Вот это да. Какой бойкий. Со дна взял. На нижний самый крючочек. Повел. Сидит. Да карась-то какой хороший идет. Хороший карась. Вечерний. Опа, ворона прилетела. Посмотреть, что здесь. О, поклевка. Ух ты. Только на ворону отвлекся, и сразу поклевка. Это
Это был на крючок, который повыше, поклевка. Поднимает поплавок и ведет сразу. Ведет. Ох! Вот это моща! Что там? Карась. Карасик. Пробует. Бывает. Да ладно, поклевки-то не было. Хотел перезакинуть. Сидит опять. О, интересно, за глаз поймал. Он пробовал, а я его подсек, видать. Да, не повезло ему. Хотел чуть-чуть перезакинуть. Подальше. Что интересно, вот одна густера попалась, а так весь карась. Приподнимает опять. Вот потопил. Небольшой карасик. Чайки прилетают. Я думаю, на этом хватит. Последний карасик. Душу отвел. Такого клева, конечно, я не ожидал. Я думал, что он будет клевать. Потому что днем его очень много было, в обед он здесь ходил. Но что так клевать будет, то это заброс на забросе. И чисто карась. Одна густера все попалась и все. Что тут у нас получилось? За этот вечерок нормально. О, какие караси. Вот таких отпущу, наверное, помельче, которые. Блин, ну караси красавцы, конечно. Весь карасик такой хороший, прям. Приятный карась. Это густера одна. Такого отличного клёва по карасю у меня еще не было в этом году. Да и в том я что-то не помню. Прям только опускаешь, тут же клюет, как вобла. Пока только такие рыбалки, потому что у меня время есть только вечером. Вот днем немножко было времени, но карась не клевал, он по верху ходил. Теперь, наверное, попробую селедку половить. Ее как раз разрешили ловить в прошлом году. Там с 3 июня были поправки, вот ее разрешили клову, сельдь. И в этот май уже, считай, можно ловить 5 килограмм в день. Года 4 ее не ловил. Даже, может, 5. Давно не ловил. Надо попробовать. Тоже интересная ловля. И сазана можно попробовать половить, потому что говорят, что он уже клюет. Но я не знаю, воды много. Где его сейчас ловить? Ну, как бы все равно разлилось. Паводок хоть небольшой, но воды все равно много. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Пока.